Снова всем привет. Сегодня продолжаем играть в The Sims 4. Сейчас немножко переделаем дом. Так, давай загружайся уже. Так. Так, туда не иди, сюда иди. Там снег на башку упадет. Так. Сделаем день пока что. Так, что тут у нас есть? А еще сделаем вход в кухню. Нужно какие-то двери с стеклом. Но лучше... Или просто арку поставить. Вот, например, такую. Так. Вот так будет лучше. А так, а почему цвет поменялся? Ну да. Тот же, странно. Так, где наши комнаты? Ну, то есть стены. Ага. Отмена. Так, что я бы хотел сделать? Хотел бы так округлить немного дом. Ну, типа такие углы сделать. Можно потом окна поставить. Прикольный. Так. Вот. Так, и тут нужно так же сделать. Так, тут я не сделаю, потому что уже тут кухню уже не переделаешь. Хотя... Нет, нормально будет. Так. Удаляем стену. Там по два вроде бы, да, по два. Не думаю, что она станет меньше. Вот. И берем кусок ненужный. Так, как-то так. Так, еще, наверное, сделаем... Типа беседки или что-то такого. Так, углами. И можно было бы посидеть просто на улице. Так. Все, теперь расширить нужно. Вот, теперь у нас есть где посидеть. Так, нам нужно фундамент сделать. Так, фундамент. Вот.
За высокий. Надо с выступом брать. Так. Так, нужно лестницу, наверное, поставить. Ну, готово. Так, идем до конца. Тут нормально. Так, теперь нужно лестницу. Так, теперь поручень. Ну, походу, красиво вышло. Так, теперь какой-то светильник поставим. Так, освещение на улицу. Так, здесь у нас освещение. Ищем на уличное освещение. Вот такую лампу поставим. Хотя я думал здесь поставить окно. Ну, вот, лично такая подходит здесь. Так. Или можно было бы... Стоп. Это удалим. И вот так красиво поставить. Две. Потом делаем освещение дорожки. Здесь одну. Здесь одну. Здесь. 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 Так. А, тут уже не влезет. И тут одна. Как-то так. Теперь окна. Окна. За маленькое. О, как раз сюда подходит это. Супер. Где-то на таком уровне, да. Ну, тут немного неровно выйдет. Так. Все. Теперь... Делаем двери в комнату. Так, красить нельзя. Так, белую поставим. Сюда поставим белую. И, наверное, гостиную двойную возьмем. Да, с золотыми ручками. Вот так-то. Так, тут окно и тут окно. Да, на одном уровне. Главное, чтобы было на одном уровне. Так. Сейчас немного... Во. Как-то так. Теперь освещение. Гостиная.
Телевизор пока что рано. Так, что у нас есть освещение? Нет, это дополнение лес. Что-то нужно такое простенькое. Банально. Вот. А тут телевизор посередине на тумбе будет стоять. Так. Что-то типа такого. И... наверное... такой телевизор возьмем. Так, что у нас есть? Свет белый. Так, перейдем по краске. Сегодня мы займемся стеной. Перейдем по краске стен. Так, где стены? Так, белый. Стены у нас будет в белом цвете. Так, теперь береза. Ну, по-моему, очень красиво выходит даже. Вот здесь пустое место можно картину повесить. Между окнами. Так, что там у нас есть? Занавески. Занавески. Нужно тройные. Ну, вот такие поставим. Это не занавески, а жалюзи. Так, красим их в белый. Так. Комната уже набирает свой вид. Так, еще освещение добавим. Что-то с такого типа. Так. Ну. Думаю, подойдет. Только нужно по центре поставить. По центру. Ну, почти. Разница не будет видна. Так. Ну и теперь переходим к мягкой части. Так, возьмем какой-то... диван на 3 человека, чтобы можно было сидеть в большой компании. Вот такой. Как раз по цвету подходит. Так. Так, кофейный столик возьмем какой-то. Простенький, наверное. Вот такой. Я знаю, что здесь можно поставить. Здесь можно по центру камин поставить. Хотя близко к дивану будет, наверное. Так, камин я, наверное, поставлю здесь. Камин. Что у нас есть с каминов? Ну, давайте такой. Так, только в белый покрасим. Вот, шикарно. Возьмем какой-то... так, это что у нас? Искрящие прутья. Ну и возьмем... как-то так поставим. Кресло. Столик какой-то маленький. Ну, такой, какой-то такой. Белый. Так, детейлинг. Нужно найти корабль. Где-то здесь красивый корабль был. Так.
корабль. Что-то его не видно. Но не такой другой. Вот. А. Пока не ставится. Вот, теперь одинаково. Тоже в белый. Тоже в белый. А, интересно, когда они не наводишься, они пропадают. Так, наверное, еще здесь такой же поставим. Все-таки перфекционист. Так, это, наверное, использовать будем как занавес. Или к бассейну, или когда сад будем делать. Так. Теперь нужно выбрать картину. Картина детские. Нужно какую-то серьезную. Ну вот, по-моему, подойдет. А может быть такая. Ну и тут какую картину по... Больше нужно больше. Что-то мало картин. Не ошибаюсь. Тоже маленькая. О, может быть. Так, теперь коврик нужно. Коврик. Так, сделаем больше. Так, тумбочку нужно какую-то поставить. Подходящую. Кстати, она подходит сюда. Так, и тоже белым. И, наверное, поставим какое-то радио. Ага, не... Не, это не подходит. Вот. Да, или просто без столика сделаем. Так, нам нужно покрасить. Все, белый. Так, еще ковер. Ковер. Так, ты... Вот. Там коллизия немножко нарушена. Так, есть белый такой. Так, нет. Это ванна пойдет, наверное. Такой. Слушай, большой. Ничего-то не сходится. Так, что бы выбрать? Наверное, здесь не будем ставить ковер. Так. Ну-ка, сделай больше. Не. Пусть будет такой. Так. Тут будет пустовато немного. Тоже пару картин повесим.
Так, я думаю, тут это нужно было над камином. И сейчас сделаем. Ага, не влезает. Так. Вот как-то так вышла у нас гостиная. Скромная, но красивая. Сейчас покажу поближе. Так, пауза. Вот такая у нас гостиная вышла. Думаю, красиво. Ну, еще можно пару картин сюда добавить. Так. А, точно, зелень еще добавим. Так. Зелень какую-то. Маленькая слишком. Тоже маленькая. Вот сюда поближе нужно посунуть. Вот, и такую же здесь поставить, наверное. Так, не выпирая, да, нормально. Так, вообще шикарно. И белую рамку. Тут тоже белых нет рамок. О, точно. Вот такой. По-моему, красиво вышло даже. Так. Все, входа готово. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте видео. До свидания.